Так сложилось, что сегодня статусность артиста измеряется количеством концертов, Да, заполненностью конечно. залов, стоимостью билетов. Что для вас статусность? Для меня это, наверное, когда твои песни поют дети, когда на твои концерты приходят всей семьей. От малого до великого. И бабушки, и дедушки, и маленькие груднички. Вот как у нас было в Киеве на концерте в Октябрьском дворце. У меня был большой сольный концерт, светлый концерт. И мы видели разных зрителей в зале. И никто не чувствовал себя ущемленным. Все были на одной волне. Это очень круто. То есть для меня статусность артиста не измеряется в гонораре. Не знаю, когда человек останавливает тебя на улице и говорит «спасибо большое», жмут руки. Вот, когда ты выходишь на сцену, а зритель уже встает и аплодирует.